Важнейший этап масштабных военных учений начался сегодня сразу в нескольких российских регионах. Этой ночью свои ангары покинули ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» в Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Ивановской, Кировской областях, а также Алтайском крае и Республике Мариэл. На качественно новом уровне предстоит отработать вопросы маскировки и вывод частей подразделений РВСН из-под ударов условного противника. Сейчас стратегические гиганты занимают позиции в заснеженных лесах, чтобы приступить к несению боевого дежурства. Оно продлится несколько недель. Министерство обороны отмечает, что маршруты их патрулирования сопоставимы с территориями некоторых европейских государств.